Велосипедист попал под колеса джипа в районе Енисейской. Молодой человек с травмами отправился в сопровождении врачей скорой помощи в больницу. Днем хозяйка Nissan Тирана отправилась в район автовокзала. Маршрут девушки начинался с улицы Енисейской. Свидетели аварии рассказали, что автомобильное движение на этом участке оказалось весьма плотным. На видеозаписи, сделанной регистратором, установленным в салоне Ниссана, видно, как на противоположной стороне дороги появляется длинномер. В момент, когда Тирана почти поравнялся с фурой, из-за нее вылетел велосипед. Парень в лобовую протаранил внедорожник, после чего укатился вниз с косогора. По мнению хозяйки Тирана, уйти от столкновения было невозможно. Фактически, молодой человек сам вылетел под колеса. Он стоял за фурой и решил двинуться в сторону Татарской. Поскольку его из-за фуры не было видно, он резко выскочил, задел угол моей машины и улетел в кювет. Успели что-то сделать? Ну, затормозить-то я успела, но он в меня врезался все равно. Врачи скорой помощи, осмотрев пострадавшего, пришли к выводу, что парень получил травмы средней степени тяжести и отвезли его в стационар. Объяснить свое поведение на дороге велосипедист не смог. Русским языком гражданин Узбекистана владеет плохо.